В Гродно назначен новый военный комиссар города и района. Им стал подполковник Александр Лобанов. До этого Александр Иванович проходил службу здесь же, на должности заместителя военного комиссара, поэтому хорошо осведомлен о специфике и объеме предстоящей работы. В военном комиссариате существует система работы должностных лиц. Ни в коей мере нельзя позволить эту систему нарушить, мы только ее будем отшлифовывать, дабы эта система давала большие плоды в нашей деятельности. Военный комиссариат города Гродно и Гродненского района на протяжении многих лет занимает ведущие позиции среди органов военного управления области. А по итогам деятельности за 2016-2017 учебные годы занял вторую позицию на Гродненщине, где, к слову, является самым крупным подобным военным учреждением. Традиционно высоко оценивают военный комиссариат Гродно и Гродненского района местные органы власти. Поскольку учебный год в вооруженных силах начинается с 1 декабря, новые задачи на будущее уже поставлены. Это более полный охват организации предприятий независимой формы собственности по воинскому учету. Осуществить качественную приписку юношей 2002 года рождения к призывному участку, призывной участок военный комиссариат. Ну и в дальнейшем выполнять все те мероприятия и задачи, которые непосредственно министр обороны отдал в своем приказе, начальник генерального штаба, в организационных указаниях на подготовку военного комиссариата. Являясь органом местного военного управления, военный комиссариат и в дальнейшем продолжит качественную работу по воинскому учету, учетно-призывному вектору, социальной сфере и вопросам территориальной обороны в городе и районе.